Ученые из Лестерского университета с осторожностью, но все же объявили о создании прототипа лекарства против болезни Альцгеймера и Паркинсона. Британцы смогли найти химическое соединение, которое блокирует механизм, вызывающий слабоумие. Сегодня в околонаучной прессе об этом событии пишут как об историческом, называя его поворотной точкой. Это открытие должно помочь в разработке медикаментозного лечения и других тяжелых заболеваний мозга. Опыты на лабораторных крысах дали положительный результат. Разрушение мозговой ткани было остановлено. Стоит отметить, что сам препарат, если его произведут, появится в арсенале врачей не раньше, чем через 7 лет.